задача, и я очень жду и переживаю. И сегодня, может быть, скину какую-нибудь вам фотку, открою комментарии, чтобы вы смогли обсуждать как-то, да, эту ситуацию вообще, вот, чтобы пообщались. Надеюсь, то, что все пройдет хорошо, без войны, так сказать. Вот. Вот такие вот дела. В общем, сейчас я попробую что-то прочитать, ответить на какой-то, может, вопрос. Так. Вот. Диана, гоу мутить. Диана, я за тебя. На донышке твоя судьба. Я за тебя, Диана, ты самая лучшая. Выходи за меня замуж. Как дела? Да, нормально. Так, плохо слышно. Не знаю, почему мне всегда плохо слышно. Может, я неудобно просто держу телефон и закрываю динамик. Очень красивое, спасибо. Вот, все, что успела прочитать. И это тяжело, поэтому, как бы, все, скорее, сегодня открою комментарии и буду сама читать. И отвечать, может, на некоторые вопросы. Также буду сегодня сидеть в группе, которая раньше была «Вопрос-ответ», потом ее переименовали. Потому что именно вопросов, да, там было меньше, чем более какой-то каких-то слов поддержки или просьб добавить друзья или что-то такое. Поэтому ее переименовали. Сегодня посижу и в группе, и открою комментарии, и, в общем, еще постараюсь с вами побольше пообщаться. Вот, на этом, наверное, все. Давайте хорошего вам дня. Всем пока.